В 1989 году, когда мне было, не было еще 6 лет, меня мама отвела в музыкальную школу, в первую. Она сразу же знала, к кому меня вести. Это была Винникова Ирина Константиновна, которая меня вела до самого музыкального училища. С 93 года сначала был школьный конкурс, там получил 3-е место, потом был городской, потом краевой. На краевом в 94 году получил 1-е место. В 96 году диплом на региональном конкурсе музыкальных училищ. Но я еще не учился в училище, я как бы был как бы исключением, я был школьником еще. И последний конкурс, это был 99 год, международный конкурс, первый. Я получил первую премию. В 2001 году в Владивостоке это было гран-при. И в 2001 году Красноярск была 2-я премия.